насчет Мэна или Нью-Хэмпшира. Возможно, мы сможем арендовать коттедж на каком-нибудь озере до 15 июля. Энди кивнул. Он родился и вырос в городе. Пожалуй, не мог представить себе, что и на севере Новой Англии могут быть плохиши в клетчатых кепках и костюмах-тройках. Это лучше. И вот что еще. Пока вы там будете, найдите себе адвоката. Тауэр рассмеялся. Эдди чуть склонил голову, улыбнулся сам. Хорошо, конечно, слышно.